Добрый день, мои друзья. Сегодня у нас 11 мая 2022 года. На улице потеплело. Может быть, уже и морозы закончились. А если не закончились, то что же делать? У нас теплица, вот видите, теплица, укрывное. Я подготовила грядочки, все пролила, сделала луночки. И теперь высаживаю томатики. Ну, томатики... Как я высаживаю, тут, в принципе-то ничего нового я вам не покажу. Значит, выкапываю луночку, туда вложу, залаживаю компост, может быть, золу еще обязательно. Может, какой-то кто-то хочет удобрение для томатов. Я удобрением не пользуюсь, я уже вам как-то говорила. И вот, допустим, у меня вот томатик из своих семян. Вот такой вот. Его, конечно, можно и стоя вот так посадить. Но я все томаты сажаю лежа. То есть делаю по углубление поглубже. И вот так вот прямо лежа его сажаю. Но для чего это? Чтобы корневая система и вот все, что мы ставим до верха, до макушечки, все-все-все у нас закоренилось. Была более плотная корневая система. Ну и, соответственно, будет крупный томат. И будет больше урожая. А так, посмотрите, какая корневая система. Очень хорошая. Вот. Так что вот такие дела. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Сегодня 12 мая. Вы на канале Лариса Евстигнеева. Лиса, доброе утро. Да, сегодня погода у нас пасмурная, но тепло. Ну что, я вам вчера показывала, как я садила свои помидоры. Сегодня покажу вам, как они у меня переночевали. Ну вот так, видите, садила я их все лежа. Сегодня они у меня уже все головушки подняли. Посмотрите. Ну, естественно, они были ночью под укрывным. Но все-таки я боюсь заморозков еще. Хотя они и, в принципе, сегодня не было заморозка. Вот. Видите, как хорошо головки подняли. А ложила я все, ой, вернее, садила их всех я лежа. Так что это моя первая теплица, где растут только томаты. Саша очень любил томаты. Он любил очень эту культуру. И как бы ухаживал он за ней. Даже, можно сказать, больше, чем я. Он там подвязывал их, пасынки общипал. Ну, я как бы только помогала. Ну, а теперь это моя только забота. Ну, я думаю, что моему мужу не... будет не стыдно за меня. Доброе утро, цветочки. Доброе утро. Ну, это, друзья, моя вторая теплица. Вот еще я вчера высадила перцы. Правда, они еще такие какие-то, будем сказать, дохленькие. Но ничего. Они, знаете, передержали мы их на окне, поскольку были заморозки. И пришлось уже вот поздновато высаживать. Но все равно ночью я тоже так же вот их держу под укрывным, потому что, не дай бог, перец, он очень теплолюбивое такое растение, поэтому, чтобы он не замерз. Я сейчас их приоткрыла, открою немножко дверьку. Ну, на этой грядочке у меня растет рассада, естественно, я сюда еще потом посажу баклажаны. Они еще у меня небольшие. Здесь у меня растет редиска, бархатцы. Капуста на рассаду, лучок. Ну, лучок это так, сейчас кушать. Свекла рассада. Там базилик, цветы. Ну, это все, что пока еще рано выносить на улицу. А вот это я вам показывала, как я огурцы сажала. Прошло ведь буквально... Ну, прошло буквально не как 3 дня, по-моему, да? Ну, это запасные огурцы. А вот то, что у нас я вам показывала под бутылочкой. То есть все здесь здорово. Поэтому вот такие, друзья, у меня дела. Всех вам благ, хорошего дня. Ваша Лариса. А, еще с дружком-то не поздоровалась. Доброе утро. Накормить-то накормила. Он на лапку прихрамывает. Ну ничего, лапочку мы ему делали примочечки. Зеленочкой смазывали. Давай, доброе утро, граф.